продолжается. На сегодняшний день уже имеем печальное событие, связанное с наездом на ребенка. Произошло это, естественно, по вине самого ребенка, который выбежал на проезжую часть, не убедился в безопасности и попал под колеса автомобиля. Но на сегодняшний день практика продолжается, и очень большое количество транспорта следует местам массового притяжения, такие как ледовые арены. Мы наблюдаем сейчас на данном месте вчера и сегодня, что перевозка детей осуществляется все-таки с нарушением. К сожалению, водители и родители игнорируют правила дорожного движения и перевозят своих детей либо не пристегнутые, либо без специально удерживающих устройств. Поэтому напоминаем еще раз, что это требование правил дорожного движения обязательно к выполнению. Прежде всего, жизни и здоровья детей в ваших руках. Поэтому соблюдайте правила дорожного движения, и таких случаев несчастных на сегодняшний день и в дальнейшем, наверное, все-таки станет меньше. Подошли, вербально донесли информацию, откуда очередь идет, уважаемый. Проблема в том, что ты влез. Ты вообще ударил. Да, я тебе просто... Тебе вообще надо в табло сунуть разок, понимаешь? Давайте такое поведение. За неуважение к людям, понимаешь? Мы так ни к чему сейчас не придем. Я в своей полосе двигался, вы начали влезать. Мы заехали. Вы в очереди вообще стояли, понимаете? Люди стояли. Давайте теперь мое видение вопроса. Сейчас объясню. Смотрите, ситуация какая. Мы в общем потоке, общей колонной двигались прямо. Так. Человек начал, нарушая общую линию движения, именно вот этот, нарушая общую линию движения автомобиля, стал пересекать его направление движения. А вот там он въехал по встречке, а там он проехал по встречке. Если у вас есть видеозапись, покажите, пожалуйста. Я вам вообще, вам лично вообще ничего показывать не буду. Я бы с вами вообще по-мужски был с удовольствием вот куда-нибудь выйти и переговорить, понимаете? Вы сейчас разворачиваетесь и споете, будете. Как все нормальные люди, все. Если нет, сейчас будет. А угроза в чем? Перед своим? Чем угроза-то? А что мне стыдно? Знаешь, ты ведешься, а не можешь идти. Я рад. Я вам предлагаю уехать, кстати, в очередь. И конфликт с чепом, все. Ну, лучше его никогда не... Давайте, давайте. Здравствуйте, это же был Волкин, операция «Пристегнись». Ты пристегнулся? Нет. Здравствуйте, это же Волкин, операция «Пристегнись». Дети все подходят. С Новым годом вас. Ну, вас также. Счастливо.